все эти протесты, все эти действия, они стоят, и стоят немалые деньги. Кто-то их финансирует, и некоторые актеры уже известны. Давайте откроем лица. Если же сделать маленькую ремарочку с точки зрения того, что творится в финансово-банковской системе и в системе перераспределения ресурсов государства в целом, которые принадлежат нам, гражданам, то мы увидим, что идет ожесточенная война между кланами, которые ранее имели большой доступ к ресурсам государства. Значит, возьмем то, что у нас преподается на сегодняшний день как новые партии на правом сегменте политики. Это платформа «Да», это «Шаг» или «Пас» с Майей Санду, и это некие другие сегменты, как они любят говорить, которые вступили в довольно ожесточенную политическую борьбу. Здесь нельзя уже говорить о том, что это чисто протестное движение. Вы это заявляете? 100%, потому что уже известны те, которые стоят за ними, те, которые финансируют, масштабно финансируют манипулятивный ресурс ежедневно. И мы с вами свидетели с утра до вечера. У нас одно имя звучит. Одна партия и тот, который является криминалом. Плохотнюк. Здесь можно сразу говорить, что это финансируется двумя ЦОПами. Виктор и Виорел ЦОПа. Которые целенаправленно ведут войну с Владимиром Плохотнюком, который раньше был его, их партнером по бизнесу.